Всем приветики, ребята! Сегодня мы будем проходить игрушку The Pirates Caribbean Head. Что ж, начнем. Я только ее, ну как только сказал, вчера скачал и не играл в нее. Да. Так, я с вами решил поиграть. И будем мы крушить все корабли. Не знаю, как, но будем. Да. Капитан, наши пушки пусты. Почему они пусты? Короче, не знаю. Кетчу такой у нас военный кораблик. Так. Как мило, продаем. Что ему еще надо? Как долго? Покупаем 127 штучек. Ага. Берем и крушим этого чувака и отвоевываем нашу базу. Ага, если у вас слабое устройство, измените качество графики в настройках. У меня сильное устройство. Он плывет. Порты открыты. Потопить. А, вот парусики, поворотик. О, у него кутер. В ту сторону. Ох-ох-ох-ох. Кстати, где он? Ну что ж, ты готов потопить свой корабль? Подходи поближе, 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 я тебя порву. Хе-хе-хе-хе. Насчет раз, два, три, ту. Ребята, кто-нибудь в курсе, что мы без звука вообще играем? Я, конечно, извиняюсь, что не проверил сразу, но... Это не так... Давай, побыстрее. Ускорим. Да серьезно, никак не потопим. Быстрей, 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 быстрей. Серьезно, я тебе сейчас на таран пойду. Ура, мы его победили. Там это, ну, понятно, за его еще. Так не сильно потрепал. Да, это паруса берем. Идем все продавайте на свою новую базу. И надо будет поменять название своего корабля. Да, я даже знаю какой. Ура, мы новый дом. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, чё у нас? А, как надо? Понятно, надо. Перемещаем, это перемещаем. Короче, ну если кто какой я не бомж. Что-то у нас много.
Покупайте дополнительные карты для расширения области пиратства. Мы будем пиратами, представляете? Продаем, все продаем. Ну ладно. Где, что, где? Нет. Починить. Пойди ты в одно место. Ну его тогда выскакивает, когда я уже... Когда у меня это было, когда я не продал. Дурак. Так, ну на нём. Конечно же, заплатить. Ух, сколько тут! Так, это что? Это вот она попала в сторону. Это тоже. Ну ладно, поедем сначала сюда, а потом туда. Думаю, ничего не будет. Очки навыков используются для... Я не успел дочитать, блин. Ладно. Быстрее, пожалуйста. Да, что с графикой? Ужас какой-то. Поворот. Взять все. И вот сюда. Паруса. А вот, наконец, нормальная графика. А, груз ушла. Ну, бочка, ну, хорошая. О, боже мой, нет. Тупой ветер. Очков вообще тут не было, тогда без него неинтересно. О, давай, милицейский разворот делай. Поворот. Да поворачивайте, тупой, блин, корабль. Тыч. А, убирай паруса! Господи, нет! Я тормозил бы я раньше. Господи, ну блин, ну как? Как? Так можно было упасть? Что, Серёг, ну что заново? Нет, боже, нет. О боже, все заново это делаем. Как только я их возьму, мы сразу же вернемся. Ребята, что я хотел сказать? Каждый раз, когда мы все проходим заново, тут меняются товары. Да-да-да-да. Тормози. Такое создание. Разворот на 180. Поворачивай только аккуратно. Подойди. Так, все, это что у нас? Датский экипаж возвращается из Европы. Так, вы заметили? Датский экипаж возвращается из Европы. Надо было... Ох, какие же эти разработчики тупые, конечно. Корабль шлюпка, так, расстояние 174 мили, время 6.19 часов, опыт 5. Нет, спасибо, я пока откажусь. Мне надо продать, что там у меня есть. А, нет, не туда. Сейчас, где менюшка? Вот. У меня хлопок, доски, поручные.
Давай. О, ладно, просто вот сюда пойдем, что вы видите. И купим-то, и продадим, точнее. Купим там новый корабль, я надеюсь, если денег хватит. А, ребята, мы вернемся через секунду. Я снова с вами. Тупая реклама была, конечно. Так, продавать надо, Тысяч. И хлопа. Тыдыщ. А где мое умение? Точнее, причем. Где навыки, а? Навыки. Чисто так это. Почти половинка. Да, нормально. Сколько тут этих грузов осталось. Давай. Так, сейчас, минуточку. Погнал, быстро, бегом. Всех лошадок выпускай. И тормози. Взять все. Идем на этот. Это супер. Еще три. Раз, два, три. Ну, давай. А, нет, там парковая бочка. Тормоз. И уходим. Лапок надо продать. Да. Кстати, выходит этот фильм про «Пират Карибского моря 5». Я так трейлеры посмотрел. Ничего так, можно будет сходить. Капитан, люди, конфедерации, говорят, у вас, похоже, пришло время, чтобы расшириться и перейти к новым водам. Перейдите в магазин, купите карту Карибских островов. Карибских островов. Так, не сюда. Карибских островов. Да, не дурно. Не, у меня бабла, у меня... Я не хочу... Это все ради вас, подписчики. Потратил просто так, а что там еще? Так, ура! Бабла завались. Так, я не понял. У меня второй. Что? Ты мне наврал. Дубина. Он мне сказал, что у меня второй уровень. Я потом посмотрел, там должен был мне навык даться. И нифига подобного. Там такого нету. Там даже еще первый уровень. Ладно, скорость врубай, паруса врубай, поворотик врубай. Поехали. Тормоз. Забираем и уходим. Продаем, и на этом мы с вами закончим, друзья. Потому что у меня уже время. Да. И все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на каналы. Всем спасибо. Всем пока.